на верной сказочной дальней страны. Везут их тюками большие слоны, а может, они все слетают с луны. Они обитают в глубинах морей, в загадочном свете ночных фонарей. А может быть, стайкой цветных мотыльков они опускаются к нам с облаков. Из дальних галактик они прилетают, а может, в подушках они обитают. Напрасно гадают всю ночь мудрецы, рождается снег из цветочной пыльцы, из перышек птичьих, из звездного света. Никто, к сожалению, не знает ответа. Ведь во Вселенной это великая тайна. Но может, она вам приснится случайно? Здравствуйте, подружки! Какие же вы молодцы! Прибрались в резиденцию Деда Мороза! Здравствуйте, ребята! Здравствуй, внученька. Ты мою шубу не видела случайно? Так вот же она, дедушка. Где, ребята? Шуба. Ребята, а вот и волшебный циферблат. Дедушка, а что это такое? Это время. А что такое время? А никто не знает. И даже ты, дедушка? Да. Даже я, ребята, не знаю. Вот посмотрите на небо. Вот там настоящая сказочная механизма. С миллионами звезд и галактик. Красивое! Миллиарды лет еще проработает. Только один раз в год я завожу его волшебным ключом. Дедушка, а зачем? Чтобы старый год сменился новым. И ваши заветные желания, ребята, сбылись! У вас есть заветные желания? Да! А письма мне писали вы? Да! Так вот, как только я заведу механизм, наступит Новый год, и ваши желания заветные сбудутся. Дедушка, все, хватит нам лекцию всем читать про механизмы. Нас ведь на вечеринку пригласили. Как? На вечеринку? Когда? Забыл. А кто? Ну, конечно же, вечер. Вот смотрите, ребята, если нас приглашают утро, то мы идем куда? На утренник! Ну-ка все вместе! На утренник! Конечно! День на полник, а вечер на вечеринку! Ну, идите, собирайтесь пока. Время у нас еще немного есть. Сейчас мы заведем небо волшебным ключом, и время пойдет. И мы пойдем! Правда, ребята? Да! Да! А готовы ли ребята к волшебному пути? Да! Сейчас мы это и проверим. Встаньте со своих мест и повторяйте за нами с дедушкой движения. Договорились? Да! Договорились!